Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключение Эджея, охотника на зомби. Ну что же, друзья, давайте-ка поможем нашему герою поймать нескольких зомби и выполнить задание. Ага, давайте-ка я выберу пушку Теслы. Есть у нас здесь множество зомби, и попробуем вот так их здорово поджарить. И да, здорово, друзья, 4 зомби за один раз удалось нам поймать, очень неплохо. И давайте-ка я проберусь в самый конец. И посмотрим, что там есть. И еще установлю здесь ловушку Теслы. Ну, попробуем без ловушки справиться. Ну, не знаю, друзья, получится. Но, тем не менее, попробуем. Итак, бросим мозг, спрячемся и посмотрим, что же у нас получится. И есть множество зомби. И отлично, друзья. Очень мы хорошо справились. Вот, кстати, было бы хорошо еще с птичек позбивать. И да. 2 птичек одним гарпуном удалось мне сбить. Очень неплохо. И остался у нас еще один зомби. Сейчас мы его поймаем. Очень хорошо. Итак, движемся. Посмотрим. Кстати, друзья, а я, по-моему, ловушку Теслы не забрал. Давайте-ка я ее заберу. Не будем разбрасываться ресурсами. Отлично, да, вот. Нужно забрать вот эту. Ой-ой-ой. Вот так, да, удалось мне ее забрать. Хорошо. Летим дальше с Эджеем и попробуем поймать вот этого последнего зомби. Интересно, сколько их там будет. Будем надеяться, что не очень шустрый окажется. Но на всякий случай я, ну, думаю, вот так мы справимся. Посмотрим, кто же здесь. Ага, здесь оказался реактивный. Вот так. Ай-яй-яй, друзья, что-то я отстал немножко. Ой-ой-ой, неужели убежит? Очень не хочется. И да. Поджарили. Здорово, друзья. Итак, получаем еще, кроме того, очко мастерства. Отлично. Очень хороший результат. Всех зомби мы поймали. Получили очко мастерства. А сейчас давайте-ка перейдем в кафешку. Посмотрим, как идет бизнес Эджея. Отлично. И да. Здорово, друзья. И мы переходим на новый уровень. 61-й, и у нас доступно улучшение наших пельмешек, или это что-то другое. Ну, пишите в комментариях, что это такое. Ну, очень похоже, по крайней мере, на пельмени или грузинское хинкали. Так, вот. Итак, друзья, улучшаем сразу нашу зомби-выжималку. Отлично. Здорово. И какое же задание, чтобы нам перейти на следующий уровень? Нужно, друзья, выполнить 60 вот этих единиц. Давайте-ка я сразу же улучшу нашу зомби-выжималку. Вот так достаточно. Кроме, друзья, подкопил я денег и хочу сегодня нашему Эджею купить хорошенькую шапочку. Итак, давайте-ка зайдем в магазин. Ага, смотрите, друзья, какое интересное предложение. Вот есть грабитель банка. Вот такая вот интересная шапочка. Этот предмет доступен только в составе предложения с черного рынка. Ну что же, друзья, ну тут какая-то нужно соединение. У меня проблема с Play Market. Не могу я, к сожалению, купить эту шапочку. Но, друзья, накопил я денег, чтобы купить вот эту интересную, прикольную маску козы. Давайте-ка мы, друзья, ее купим. Вот так, здорово. Посмотрим, как Эджей будет в ней смотреться. Кроме того, друзья, давайте-ка запустим производство вот этих то ли пельмешек, то ли хинкали. Ну что-то похожее. По-моему, больше даже на хинкали. Ну что же. Итак, идет производство 20 единиц. В принципе, мы могли бы еще улучшить. Но это уже будет, конечно, подороже. Ну что же, давайте-ка, друзья, улучшим. И сколько будет производство? 40 единиц. Здорово. Ну что же, хорошо, друзья. И давайте-ка посмотрим миссию дня. И миссия дня у нас сегодня. Покорми зомби мозгами. Зомби всегда хотят больше мозгов. Скорми им столько мозгов, сколько сможешь. Ну, давайте-ка попробуем. Попробуем принять вызов. Отправимся с нашим Эджеем. Давайте-ка, друзья, отправимся сначала на болото. Там попроще будет кормить и ловить зомби. Причем, друзья, хочется еще нашему Эджею ловить всех зомби, чтобы получать очки мастерства. А за очки мастерства можно получать особые предметы. Итак, друзья, смотрите, как забавно выглядит эта маска козы или козла. Ну что же, забавно, но, честно говоря, друзья, давайте-ка уберу. Честно говоря, друзья, больше мне нравилась маска вот Франкенштейна. Итак, вот, друзья, скормил я немножко мозгов.
Ой-ой-ой, друзья, оглушили. Ага, оглушили, оглушили я и Джея. Ну ничего. Вот, хорошо. И еще вот так. Отлично, отлично. Ну что же, 3 мозга я уже скормил. Давайте-ка посмотрим, друзья, что здесь у нас получится. Еще 3 мозга бросают. Так, вот, здорово, здорово. 1 мозг съели, 2 съели, 3 мозга съели. Ну что же, неплохо мы сработали, друзья. Достаточно, думает этим зомби. И давайте-ка еще вот с этой птичкой разберемся. Вот, летучая мышь. Так, давайте-ка вот так, да, здорово. Итак, брошу я, друзья, еще здесь несколько мозгов. Посмотрим, что получится. Ага, вот такой здесь оказался бронированный зомби. Что-то наш Джей его напугал. Но ничего, вот так, здорово, замечательно. И да, 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 друзья, получаем мы очко мастерства. Очень хорошо. Ну что же, давайте-ка перейдем сейчас на локацию пустыню. Попробую там покормить зомби мозгами. Посмотрим, как это все получится. Итак, продолжим охоту. Отлично, отлично, друзья. Кстати, друзья, пишите в комментариях, доступен нас нам вот ловля босса. Если вам интересно, я буду ловить боссов. Вот, в принципе, на канале есть видео, где мы ловили боссов. Сейчас это доступно. Ну что же, друзья, давайте-ка еще попробуем половить нескольких зомби. Причем будем пока стараться кормить их мозгами, чтобы выполнить сегодняшнее задание. Итак, друзья, бросаем мозг. Посмотрим, что из этого получится. Здесь одинокий зомби. Пусть скушает мозг. Да. Вот, один он скушал. Ой-ой-ой, друзья, что-то немножко не допрыгнул. Ага. А вот здесь, друзья, мы можем набросать множество мозгов. Причем я, давайте-ка, друзья, установлю пушку Теслы, ловушку. Если начнут очень сильно убегать. Ой-ой-ой, друзья. Случайно установил. Вот так. Набросал я мозгов. Посмотрим, что из этого получится. Итак, бросаем. Бросаем, набросали. Итак, да. Посъедали все мозги. И вот так. Отлично, отлично. И сработала хорошо ловушка. Ну что же, здорово, здорово, друзья. И посмотрим, и здесь у нас одинокий зомби. Давайте-ка брошу я 3 мозга. И посмотрим, сможет ли он их скушать. Итак, это девушка-зомби. 1 мозг съела, 2 съела. Отлично, отлично, отлично. Ну что же, неплохо, неплохо. Ну, а теперь давайте-ка мы ее попробуем поймать. Так, не буду я с ней играться, друзья. Вот, поджали ее при помощи пушки Теслы. Здорово. Отлично. И еще одно очко мастерства. К званию старший истребитель мы получаем. Очень хорошо. И, друзья, двигаемся дальше. Давайте-ка мы перейдем с вами сейчас на локацию зимнюю. Посмотрим, как там пойдут дела. Очень хорошо. Кстати, вот видите, здесь мы тоже можем поймать зомби. Босса зимнего. К китайскому кварталу. Еще пока босс из китайского квартала не открыт. Но, тем не менее, друзья, ждем, когда это получится. Ого-го, здесь целых 4 босса. Давайте-ка, друзья, я вот в конце установлю ловушку Теслы. Если, друзья, будут убегать, мы их здесь поймаем. Ого-го, сколько на этой локации множество зомби. Ну ничего, друзья, я думаю, у нас получится с ними справиться. Итак, друзья, бросаю здесь 3 мозга. Посмотрим, что из этого получится. И прячемся. Итак, у нас есть 5 зарядов ловушки. Ой-ой-ой, друзья, оглушили Эйджея. Что-то и мозгов не съели. Ай-яй-яй-яй, какие. Вот здорово, что я установил ловушку Теслы. Я думаю, нам удастся с ними. Вот. Даже, друзья, не пришлось мне воспользоваться. Вот что означает здорово стратегия. Удалось мне хорошенько установить ловушку. И не ушли от меня ни один зомби. Но, друзья, печально то, что ни один мозг не оказался съеденным. Поэтому давайте-ка бросим вот здесь мозги. Покормим зомби мозгами. Итак, неплохо, неплохо, неплохо. Еще один мозг. И да, да. А вот теперь, друзья, мы можем справиться с ними. Ай-яй-яй. Вот, ну хорошо, сработала ловушка. Еще, друзья, есть у нас последняя ловушка. Поэтому будем ее экономить.
установлю, пока я ее вот здесь перед самым лесом. Ой-ой-ой. Вот здесь. А пока, друзья, нужно будет справиться с тем, что имеем. Итак, брошу я пока, друзья, вот здесь мозги. Посмотрим, что же у нас получится. Отлично. И да, удалось мне поджарить. Ой-ой-ой, только что-то я, друзья, поспешил, не успели они скушать мозг. Ну что же, друзья, значит, вот здесь нужно будет подождать, чтобы они хорошенько покушали. Итак, вот, здорово, кушают. 16, 17 и 18. И еще одного мозга, друзья, не хватает. Не хватает. Ну вот, и испугались. Испугались, бедняжечки. Ну вот, но ловушка хорошо сработала. Итак, друзья, здорово, к старшему истребителю мы уж еще добавили очко. Очень здорово, очень приятно. Множество зомби поймано. Вот видите, наибольше, на еще никогда у меня не было, чтобы на экране было столько зомби. Итак, продолжим, друзья, охоту. Осталось, друзья, нам еще вот покормить один мозг, и задание сегодняшнее будет выполнено. Ну что же, тогда переместимся с вами в китайский квартал. Посмотрим, как там идут дела у нашего Иджея. Вперед, друзья! Итак, друзья, жду вашего комментария, как вам понравилась вот эта интересная маска козы для нашего Эйджея. И вообще, стоит ли надевать эту маску? Очень необычная, прикольная, но я же просто не сказал, что она уж... Ой-ой-ой, оглушили Эйджея. Итак, друзья, давайте-ка... Вот, здорово, поджарили мы вот этого вредину, который все бросался у нас, вашего Эджея. Ой, что-то я разбросался зарядами от пушки Теслы. Друзья, не надо так делать. Ага, и что-то я забыл за миссию дня. Нам же нужно мозгами накормить еще нескольких зомби. Давайте-ка, друзья, вот здесь в конце установлю ловушку Теслы, если будут убегать, чтобы мы могли их поймать. Итак, прячусь. Посмотрим. И здорово, друзья. Ага, вредина. Вот смотрите, какой оказался. Он просто украл мозг. Вместо того, чтобы его скушать, он просто украл. Но, тем не менее, поймали мы мелкого. Хорошо, установлю я еще здесь ловушку Теслы. И посмотрим, друзья, что же у нас получится. Итак, бросаем мозг. Прячемся. Посмотрим, что же у нас получится. Итак. Вот, скушали. И да, друзья, удалось выполнить задание, но вредины оглушили. Ничего. Ага, ну вот, здорово, друзья, сработала ловушка. Хорошо. Итак, хороший результат. Выполнили мы сегодняшнее задание. Кроме того, друзья, давайте-ка посмотрим, что здесь интересного у нас. Ага, вот так. Здорово. Ну что же, давайте-ка пока я установлю здесь ловушку. Бросим несколько мозгов и попробуем использовать вот так справиться. Ой-ой-ой, ну что же, очень классно сработала ловушка и все зомби пойманы. Отлично. И еще одно очко к званию старший истребитель. Замечательно, друзья. Здорово. Ну что же, продолжим охоту. В принципе, друзья, давайте-ка мы вернемся с вами в кафешку. Посмотрим, как идет бизнес Эйджея, причем нужно получить награду за сегодняшнюю миссию. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, какую же награду мы сегодня получим. Итак, испытание пройдено, получить награду. Давайте-ка покрутим игровой автомат. И здорово, получаем мы одного зомби, одну шестеренку и еще трех зелененьких зомби. Ну что же, соберем награду. Неплохо. Очень хорошо. И, друзья, вот производство идет. Давайте-ка посмотрим, как там вот это производство хинкалей. Или это у нас что-то интересное. Ага, еще минута. И, кстати, друзья, было бы здорово, вот я думаю, с вами уже давненько мы проходили, еще пройтись по боссам, попробовать их половить. Давайте-ка я, друзья, запущу производство. Здесь немножко убыстрю его. Вот так. Здорово. Запущу. Пусть оно пока себе идет.
Вот причем, видите, очень много нужно еще, чтобы перейти на следующий уровень. Очень много продать единиц продукции. Давайте-ка посмотрим, что, кстати, у нас делается. Очень много всевозможных зомби есть, поэтому пока запустим. Пусть идет продажа продукции. Вот, кстати, и этих морских у нас достаточно. Вернее, пляжных. Так, вот этих мы можем запустить. И вот этих отлично, хорошо. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас с лепреконами. Лепреконов мы можем запустить, производится. Вот, в шапочках есть 35. И вот в шлемах 26 тоже мы запустим. Причем вот мы можем еще лепреконов и вот этих в шапочках запустить. Итак, неплохо, неплохо. И давайте-ка посмотрим. Ага, а смотрите, сколько много у нас вот этих, которых мы в китайском квартале наловили. Давайте-ка, друзья, мы из них тоже вот запустим производство. Пусть идет. Кстати, что там у нас еще? Вот здесь уточек мы можем запустить. Ну, просто еще их очень мало. То есть большой расход. Ну, пока-пока, друзья, пусть будет вот так. А давайте-ка, друзья, мы еще с вами сегодня сделаем поход на боссов. Давно что-то я не делал поход на боссов. Давайте-ка мы сегодня пройдем по всех троих боссах. Так, ага, друзья, этот болотный босс у нас пойман. Мы его еще не использовали. Ну что же, давайте-ка я его использую. Из него нужно что-то приготовить, друзья. Вот здесь у нас должны быть подсказочки. Давайте-ка посмотрим. Должны быть подсказочки, что этого босса нужно использовать, прежде чем начать. Чем что-то делать, его можно использовать. Так, его нужно в какую-то зомби-выжималку посадить. Ага. А вот этого босса мы можем поймать. Вот, давайте-ка мы пока, значит, поймаем вот этого босса. А где-то вот бабушку нужно будет использовать, чтобы была чистая зомби-машинка. Итак, друзья, вперед-вперед. Давайте-ка попробуем поймать вот этого зомби-зомби. Ай-яй-яй. Отбил, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы видите, что делает? Ай-яй-яй. Немножко промахнулся. Ой-ой-ой-ой. Что же делает? Смотрите, друзья, не удается. Ой-ой-ой. Какой оказался шустрый. И есть, один раз есть. Вот, немножко промазал. Хорошо, и так выжимаем. Отлично, и ушел, друзья, ушел. Не удалось, друзья, мне поймать вот этого вредину. Ну что же, зомби-босс бежал. Давайте-ка, друзья, продолжим охоту. Считаю, как-то несправедливо. В прошлых разах мне как-то более удачно удавалось его поймать. Но попробуем. Возможно, сейчас улыбнется удача. И будем отбиваться. Вот, отлично. Очень хорошо попали в голову. Отбил портфелем. Вернее, рюкзаком. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. И еще вот. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Ну что же это? В рюкзак все попадаю. Вот, отлично. И еще один раз нужно. Да, поймали, друзья. Ну вот, здорово справились. Поймали мы вот этого босса. Итак, друзья, нужно будет запустить зомби-выжималки, использовать всех боссов, прежде чем опять продолжать их ловлю. Итак, давайте-ка посмотрим, что там с зимним боссом. Так, давайте-ка посмотрим. А, да, друзья, к сожалению, нужно этого зомби-босса тоже использовать в зомби-выжималке. Давайте-ка посмотрим, в какую зомби-выжималку какого босса мы можем садить. Ну, нужно, чтобы были чистые зомби-выжималки, тогда мы сможем использовать боссов. Хорошо, пока зомби-выжималки работает. Ну, что же, очень здорово, очень хорошо, друзья. Идет наш бизнес Эджея довольно-таки здорово. На этой, друзья, положительной ноте мы пока сегодня будем прощаться. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите, конечно же, в комментариях, какая из шапочек вам больше нравится для нашего Эджея. Пишите в комментариях, и согласно ваших комментариев я буду снимать видео. Итак, вот посмотрите, какие забавные, интересные шапочки. Очень нравится, друзья, мне вот эта шапочка Франкенштейна.
Ну, в принципе, волка тоже довольно-таки. Ну и, конечно же, напишите в комментариях, понравилась ли вам маска козла. Ну, есть у нас еще, кстати, не куплен фастфуд и купальник. Если вам интересно будет, друзья, увидеть нашего Эджея в этих масках, тогда я подкоплю денег и надену. Кроме того, друзья, еще есть шапочка, поварской колпак, костюм цыпленка, паучий шлем, дьявол, дракон, костюм гоблина, вот камуфляж, который мы получили за звание ученик сталкера, и еще набор реактивов. Ну, вот как-то так, друзья. Ну что же, на этом мы прощаемся, друзья. Всем пока-пока. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Всем пока, друзья. До новых встреч.